Всем доброе утро. У нас тут такая лыжня, потому что папа уже маленьких в садик увел, а мы со Светой едем в детскую поликлинику сдавать анализы. Ей надо анализы сдать, так как ей 14 лет исполнилось, анализы сказали сдать. Короче говоря, идем на остановку. Маша идет в школу, едет. Света идет и Егор. Маленькие уже в садик уехали. На снега Кати. Сегодня за ночь опять, смотри, как много, да, снега навыпадывало, Маша? Да? Держите. О, опять тут все завалило. Ой, сейчас если трактор прочистит, то опять все засыпет у нас. Ладно. Идем мы на остановку. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Всем. Всем привет, дорогие друзья. У нас утро понедельника. Короче, занимаюсь тем, что собрала все белье. Сейчас буду складывать все кучками, кому что куда. Сегодня, короче, вызвала специалиста по Ростелекому. Вчера мне посоветовали написать компанию в Ростелеком по поводу того, что у меня вообще нет никакого нормального интернета. Я написала им, они мне ответили. Мы вчера, как только компьютер не перезагружали, но все без толку. Так, это чьи шорты? Это машина. И Маринина. И все, короче говоря, без толку. В оконцовке. Сегодня мне служба поддержки позвонила и сказали, что ко мне придет специалист. Ну, к нам домой придет специалист. Посмотрит, что у нас с интернетом. А я вот пока занимаюсь бельем. Пока жду специалиста, так как раз. Хотя это твоя футболка. А чья это? А, Светина. Это Светина. Оксана, убери свой портфель, пожалуйста, старый. Козёла такая. Белья много настирала за выходные. Сегодня надо все перебрать белье. Так, кто-то мне звонит. Кать, ты уроки все сделала? Тебе во сколько в школу? Оксане тоже в 12:30 надо в школу быть. Так, вот это чья? Светина, да? Футболка. Я все продолжаю дальше белье разбирать. Настирала много, уже говорила, за выходные. Сейчас мне надо все это разобрать. По кучкам, где, чье и как. Я обычно всегда так делаю. Выходные стираю, а потом такие дни все убираем. Оксана поела? Оксана, потом давай подойди ко мне, мы с тобой фукарцином губку намажем. У Оксаны опять простуда на пальцах. Тьфу, на пальцах, на губе вылезла. У него постоянно вот так вот и... Так, иди сюда. Покажись немножко. Видите, вот такая вот. У него тут полностью вздуто все. И поэтому мы ее мажем фукарцином. Вчера вот мазали, сегодня, да, помажем? Открывай ротик. Скажи мне букву А. У нас Оксана помадой как будто бы красится, да, Оксана? Покажись всем, какая ты красавица теперь. Все, иди пока, играй, еще рано идти. Пока можешь отдыхать. Вот такие вот дела. Вот это вот, кстати, тоже, помните, в Васильке заказывала платье Оксане. Многие тогда еще писали, что оно Оксане будет маленькое, Марине отдайте. Оксане оно самое то, она в нем постоянно дома щеголяет. Ей оно вообще нравится. Расцветка ей вот это вот вообще прям нравится. Да, Оксаночка? Так. 11. Это Катя твоя? Так, где тут Катин мужик? По стопкам все разлаживаем. Кофты. Маринина кофта. Вот такие вот дела, ребятки, у нас происходят.
Ладно, буду дальше прибираться. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. У нас время день, первый час. Там Вася спит. Муж уехал в город по поводу работы. Там ему позвонили, предложили в одном месте работу. Вот он поехал. А я себе сейчас сделаю чай. Буду ждать, когда у меня Машенька придет со школы. Скоро Маша придет. Сижу и думаю, хоть бы взяли его на работу туда. Вообще было бы классно. Вот такие вот дела. Ладно, сейчас чай себе сделаю, чай попью, смонтирую. У меня загрузилось видео, которое вместе с тем вот одно вышло. И утром вот выпустила второе. Слава тебе, Господи. Сейчас поставила еще одно загружать видео, но не знаю, выйдет, не выйдет, вовремя, не вовремя видео. Я все еще жду специалистов по интернету. Решила я пока на импульс не переходить. Буду копить денежки для импульса. Но пока попробую, может быть, что-то специалисты все-таки мне сделают с интернетом. Потому что такой интернет это ё-моё. Я вам ставлю скрины, какая скорость у меня по интернету. Вот мне специалист скинул ссылку, говорит, проверьте скорость. Я проверила. Раз проверила, два проверила, три проверила. Ну, вот она не там. Как, короче говоря, как черепаха ползет. Угу. Ну, посмотрим. Может, что-то хоть сделают и получше будет. Нет, так потом поменяю тогда на импульс. Пока попробую этот как-то что-то сделать. У нас там на одной кормушке воробьи уже синички одно сало почти доели. А тут муж перед окном, видите, еще палку прибил с куском сала. Он везде уже умудряется это сало прибить. И там возле летней кухни прибил палку с куском сала, что птички ели. Мы всегда зимой прибиваем сало. И они так хорошо его клюют. И детям нравится. Они сидят, могут часами сидеть в окно. Мам, мам, смотри, новая птичка прилетела. Мам, мам, смотри, сколько их там много. Знаете, с таким это... Ваня, когда с садика идет, он бежит смотреть. Мама, там птички, говорит, сидят, кушают. Я говорю, ну, кушают, сидят. Я сидела тут, старые футболки резала на лоскутки. На лоскутки, на клубочки, короче, делала. Хочу коврик связать. Но я уже говорила вам, что хочу связать коврик в коридор. И старые футболки разные. Где пятна? Тут Оксана свои бриджи в усмерть умотала. Они вот эти вот картины по номерам рисуют. Краски от этих картин уже не отстирывается от одежды. Вот получается, что приходится потом... Сейчас покажу вам. Птичка села и клюет. И приходится потом вот эти вот футболки, одежды, я их просто режу на тряпки. Видели, как птички? Они даже уже не боятся.
Многим уже надоели эти видео про птичек. А нам нравится. Нам нравится за ним наблюдать. Сегодня дятел тут сидел, опять ел на там на том гнездышке, на той кормушке. Они аж дерутся из-за этого сала между собой, когда прилетаю. Красиво же наблюдать за природой. И детям нравится смотреть. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня. Я уже сегодня, знаете, вот что-то уборку делала, даже ничего не снимала. Полы притерла так немножко. Прибралась, белье. Ну, вот только белье сложила. А так дома, по идее, чисто еще вот надо. У Оксаны тут на койке. Оксана тут понакидала, видите, одежду. Сейчас еще Оксане одежду сложу. Оксане на вторые брюки покупать. Потому что когда она... Юб... Вот многие пишут, Настя, почему у тебя дети не одевают юбки, платья в школу? Ребят, мы живем на Нефтяниках. Сейчас, подожди, кто-то звонит. Светик позвонила. Извините уж. И они зачастую, вот недорассказала, они ездят в город в школу. И обратно зимой они стоят на остановках. Вы представляете, в юбке и в штанишках, в тонких или в теплых даже. Это холодно будет. А они у меня привыкли, вот они больше любят. Вот я, у нас есть юбки, у нас есть сарафаны, но они их не одевают. Поэтому я уже такое стараюсь не покупать. Потому что холодно, во-первых, зимой. Они, им удобнее одеть колготки, брюки, потом сверху балоньки. И идти так в школу. В школу приходят, балонки сняли, повесили. Ну вот сейчас пока они еще балонки не одевают, потому что еще тепло как бы на улице, еще нет таких морозов. Но вот в брюках оно теплее. Трико, не трико эти, лосины на утепленные, да, я как-то покупала, девочкам они не нравятся. Мама говорит, неудобные они. Я не знаю, кому как, но вот моим они не нравятся, девчонкам. Поэтому им удобнее вот просто колготки они одевают и брюки. Да, многие вот как пацаны. И что теперь? Зато они, я знаю, что они в тепле. Многим не нравится. Ну, потому что я знаю, какой у нас тут климат. И давайте буду я уже решать, что детям моим надо, а что не надо. И они будут решать, что им удобнее носить, а что им не нравится носить. Что они хотят, что не хотят носить. Ну вот хотят они брюки эти носить, так пусть они их носят на здоровье. Единственное то, что вот Оксане нынче я одни брюки купила только. Надо будет еще вторые ей брать брюки покупать, потому что в одни чтоб на стирку, а одни на сменку. Бывает, что не успевает просохнуть. Сегодня в старых брюках пошла, потому что эти не успели просохнуть, резинка сырая. Я ей сказала повесить обратно, она их так и оставила на диване. На койке на своей. Я сегодня опять всю ночь не спала. Я не могу уснуть. У меня сон почему-то перебился весь. Вроде и днем не сплю. Почему я ночью спать не могу? Понять не могу. Такие вот дела. Ладно, ждем специалиста. Надеюсь, до вечера придут. Приходили у меня специалисты по Ростелекому, мы дожидались, поменяли мне тут розеточку. И на столбе там что-то они поменяли. Сказали, сейчас должно быть получше, ну посмотрим. И оставили номер своего телефона, если что, говорит, звоните в любое время дня и ночи. Ну вот, посмотрим, что будет. Там видно будет дальше. Сейчас мы через полчаса, сейчас мы на автобус уже не успеваем, через полчаса поедем в город на Свете получить карту. И надо Машу обувь купить. Так что вот такие вот дела. Как-то так. Ладно, дорогие друзья. Вот такие вот у нас новости. Сейчас покажу, чем тут с резеткой сделали. Надо будет еще тут подклеить и замазать немножко. Видите, поменяли резеточку. Здесь немножко скрыли, но это потом замажем, заклеим, все сделаем, все нормально будет. А тут Света кино смотрела, скорая помощь. Я уже все эти серии скорой помощи пересмотрела. Ты все еще нет? А ты какую-то... А, четвертая серия, седьмая серия.
Скорая помощь 4, 7 серия. Четвертый сезон, да. 7 серия. А принеси мне, пожалуйста, косметику. Я сейчас накрашу. А то в город ехать, а у меня такой видон, просто страшно. Ладно, дорогие друзья, буду собираться, буду краситься. А я сейчас вас вот так поставлю. И смотрите, как я крашусь. Надо же мне тихо снимать. Вот и буду снимать вас. Себя. Для вас. Что ты потеряла? А где тут моя эта кисточка для теней? Вот. Да, и мне она нравится. Она удобная по сравнению вот с этой. Нет, не с этой. Вот с этой вот. Нет, это для красивого. Да, да, вот. Нет. Ой, извините, пожалуйста, что-то я начала сегодня чихать. У нас Витин класс посадили на дистанционное обучение, потому что у них 11 человек заболело в классе. Так что вот такие вот дела. Сейчас едет со мной Света, Маша, ну и я. Да, многие писали, что мне на брови сделать, и ресницы как-то это... Ой, какое-то слово под брови писали, как-то сделать. А, чтобы у тебя это не было нависшее веко. Нависшее веко? Да, ну, а как это так? Нависшее веко. Я не понимаю, ребят, что за нависшее веко? Я хочу... Мне писали, Настя, ты не умеешь красить. Ну, ребят, как умею, так и крашу. Так что... Тут где-то серебряный карандаш должен быть. Не этот. Вот он. Не он. Где серебряный опять карандаш? Его здесь нету. Зашибись. Нет. А там у нас же еще одна косметичка с карандашами. Да что, принеси, пожалуйста. Вот, нашла я его. Он просто перевернут был. Такие вот, ребятушки, у нас дела. Сейчас накрасимся и пойдем гулять. Дай бог, чтобы интернет нормально работал. Да, Маш? А то у нас такая связь уже замучила. Можно накрасить вот эти вот тени? Нет. Ты еще маленькая. У меня Маша просит на Новый год, чтобы ей подарили детскую косметику. Напишите, пожалуйста, для юного возраста нормально или нет? Да, Маша? А еще, Маша, что ты хочешь на Новый год? А? Как так, не помню. Кружку свою с фотографией со своей. Вот так вот. Кружку она хочет с фотографией своей. Запомнили? Запомнили? Запоминайте, что Маша хочет на Новый год. Чего ты там хочешь показать? Это... Ну, вот свой интернет уже ты стоишь. Да. Господи, Света тут мне фотку показывает. Где она маленькая, видите, это я тут стою, рот мой торчит. С букетом она стоит. Господи, сколько лет прошло? Я даже этой фотографии не помню. 2014. Господи, сколько лет прошло? А где все помады? Катя, мою... Дай мне эту. Ой, сейчас поедем. Нам еще деньги на дорогу снять. Сейчас Света со мной будет в садик утром-вечером ходить. Угу. Если я я тебя разбужу. Она говорит, если проснется. Блин, я разбужу ведь. Мне ведь не трудно. Катя Коза мою помаду забрала? Напишите, как мне вот такая помада. Это вот, которые мы пробнички заказывали с Алиэкспресс, они не стираются. После того, как впитаются, они не стираются, они не размазываются.
Ладно, а что это за номер? Ты номер уже стерла, да? Коза такая. Я забыла. На. Как надо? На, прибери. И косметику тоже прибери. Все, ребят, накрасилась. Пишите, какая я вам. Нравлюсь, нет? А, ну, я сильно же, видите, не крашусь так. Чуть-чуть. Помада, когда сохнет, прям чувствуется, что она сохнет. Прям губы так, как будто в кучу собирает. Все, сейчас, короче, это... Поедем обувь машинки покупать. Тут они мне это оставили штучку специально для интернета, что провод я хочу сделать мальчиком в комнату. Чего? Два пиджака это положи здесь, пожалуйста. Это я хочу их состернуть и отдать. Они маленькие, потому что... Да, вчера мы не топили эту печку. Завтра закажем, сейчас уже когда. Вот, смотрите. Вечером потом. А как я ее потащу? Мне... Я потом с города в садик вообще-то пойду. Не, я тебе не говорю, что тебе покупать. Я могу завтра покупать. Ну, завтра будет видно. Я два блеска нашла. Хорошо. Я теперь потерялся. Не, нет. Шариковый он у нее, блядь. Ладно, мои хорошие, пошла. А? Капусту завтра на... Ну вот завтра и купишь в городе капусту. Я не буду сегодня тащить капусту. Потому что... А, ну все это... Потом уже с садика. Ладно, дорогие друзья. Ну я с города точно не потащусь. Ну сейчас посмотрю, я посмотрю. А почему нету в подполе она была? Я вчера это варила. Все, морковь ее устраивает? Крышка, да? Все понятно. Ну ладно, сейчас что-то посмотрим в городе. Чего еще нету? Ладно, одеваемся на автобус и едем в город. Провод еще вот такой вот мне оставили. Ну, понадобится. Ладно, все, одеваемся, едем в город. Всем хорошего дня.